Пар студенты Красногорского колледжа сегодня не бегут, а стройными рядами организованно выходят. В здании пожар. Спокойствие, только спокойствие, рекомендует голос из репродуктора. Это тренировка, которую проводит МЧС совместно с Минобразования области. Данное учение у нас в этом году первые прошли буквально 26 марта, в котором были задействованы все объекты. Это более 4000 объектов на всей территории Московской области. И данное учение связано, скажем так, с более качественным проведением данных занятий именно с директорами, замами директоров, ответственных за пожарную безопасность. 4 минуты. Не успела рассеяться дымовая завеса, которую устроили для антуража, а здание колледжа уже фактически пустое и обесточенное. Пожарные разматывают рукава и идут спасать условных пострадавших. Один застрял в лаборатории, где изучают банковское дело. Второй, спасаясь, прыгнул с третьего этажа на козырек и сломал ногу. Деревянного бедолагу бережно спускают на носилках и несут к карете скорой помощи. Имеем дефибриллятор, имеющий автоматические подачи как перфузионной терапии, так и шприцевого. В этой мобильной реанимации могут оказывать помощь 25 пострадавшим одновременно. В учениях была задействована техника территориального центра медицины катастроф и Красногорского пожарно-спасательного гарнизона.